Для повышения качества обслуживания населения Видновская районная клиническая больница продолжает пополняться новыми кадрами. Теперь урологом в лечебно-диагностическом центре работает заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Александр Девятов. Александр Сергеевич – полковник медицинской службы в отставке. Почти 30 лет трудился в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Когда стал искать работу поближе к месту жительства, получил приглашение от главного врача Видновской больницы. Я человек военный и привык соблюдать все правила, нормы и законы. Поэтому я буду работать и жить, и трудиться по тем стандартам, которые приняты в этой больнице. И по мере знакомства что-то будем усовершенствовать, что-то будем внедрять, что-то будем улучшать. За свою жизнь Александр Девятов накопил большой опыт военно-полевой медицины, написал множество научных статей и монографий по урологии. Теперь свои знания он применяет на практике в Ленинском районе. Урология и медицина на современном этапе – это инструментальная наука. И без соответствующего оборудования, медикаментозного оснащения шаг вперед не сделаешь. Стоит отметить, что Видновская районная клиническая больница обеспечена достойной материальной базой и продолжает развиваться.